The wind's really picking up. Yeah, it is. Hey, so what the hell happened last... Do you have anything you need to report? No. No new smoke on my end. Can you confirm? Yes. Are you concerned about the Greenwood fire? I wasn't. Should I be? Well, the wind is really picking up. It's 2.5 miles off. And it's gonna have to break at the canyon, right? All right. Well, use your best judgment. Should I be worried? Delilah, should I be worried? No, Henry. So, last night... You know we shouldn't talk about it. Please, stop. I don't give a shit. Please. Fine. I don't think we're safe. This job is not safe. Don't be dramatic. Do people die out here? People die getting out of the shower. You know what I mean. As a lookout. Look, why are we even here? To make sure the damn wilderness doesn't burn down. No. Our job is to be here when that happens. Henry, there are some things you can't prevent. So just stay in your tower, okay? Stay in there and watch. Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. И сегодня у нас неожиданно стартует новая игра. Прохождение по игре, которая называется «Пожарный дозор». Да, кроме Симсика, все-таки я решила, что на моем канале тоже будет что-то выходить. Ну, поскольку, в принципе, я люблю видеоигры, они мне интересны, и поэтому я решила, что как бы... Я буду пробовать играть хотя бы для себя, а если уже кто-то захочет ко мне присоединиться и посмотреть, то как бы буду очень рада. Буду очень рада вас видеть в комментариях и вообще, поэтому да. Сегодня мы начинаем прохождение игры, которую я задумывала очень-очень давно, и вообще эту игру, ну, никак нельзя назвать новой, потому что она вышла в 2016 году аж. А сегодня у нас на дворе 2021 год, но, тем не менее, я ее ни разу не видела, не пробовала и прохождение не смотрела. Поэтому мне интересно. Мне интересно, я увидела трейлер уже очень-очень давно, и как-то она меня заинтересовала. Поэтому, собственно, на скидках как-то раз я ее приобрела. И решила попробовать вместе с вами посмотреть на нее на нашем канале. Итак, у нас «Пожарный дозор». Это, значит... приключенческая игра от первого лица, если я не ошибаюсь. И рассказывает она о мужчине, которого зовут Генри. Мы с вами будем играть за персонажа Генри, который является наблюдателем одной из пожарных башен, соответственно, который сталкивается с последствиями Йеллоустонского пожара 1988 года. Да, через месяц с ним и его руководительницей Делайлой, с которой, я так полагаю, нам еще предстоит познакомиться, начинают происходить странные вещи, связанные с заговором, случившимся много лет назад. Мировой заговор, куда же мы без вас? Куда же мы без вас, собственно говоря? Итак, Генри общается с Делайлой через рацию. При этом игрок, как нам пишут, может выбирать разные ответы в диалоге. Они также отражают процесс развития отношений Делайлы и Генри. Насколько я поняла, то мы с вами можем выйти на разные концовки. В этой игре есть разные концовки, в том числе и какие-то там редкие, секретные. Ну, я, конечно, не могу сказать, что смогу выйти на них, поскольку... Ну, мне кажется, что я выйду, в принципе, на одну из самых стандартных концовок. Ну, посмотрим, кто знает на самом-то деле. И да, насколько я слышала, действительно, с помощью наших диалогов и с помощью тех вариантов ответа, которые мы с вами будем выбирать... Мы сможем повлиять на отношения как раз-таки Генри и Делайлы. Я так полагаю, что они могут быть разными, как положительными, так и могут уйти в минус, в нулину какую-нибудь, почему нет. Да, ну что ж, я, в общем-то, себе уже тут повыписывала клавиши, все покрутила, посмотрела. Я надеюсь, что у меня будет все окей со звуком, что не будет слишком громко. Я еще тут
на всякий случай решила включить, в общем-то, субтитры русские. Ну, надеюсь, что они не будут мешать нам. В общем-то говоря, посмотрим. Если что, я их отрублю. И да, давайте начинать. Я, кстати, очень надеюсь, что вам не мешают звуки у меня за окном, потому что у меня тут прямо под домом решили разворотить стройку какого-то невероятно большого стадиона спортивного. И, собственно говоря, поэтому стройка у меня тут сейчас и день, и ночь, 6 дней в неделю, но учитывая то, какая жарюка сейчас происходит, то с закрытыми окнами находиться просто нереально, поэтому да. Надеюсь, что ничего мешать не будет, конечно, в крайнем случае будем что-то соображать. Итак, давайте начинать, посмотрим, что за приключения нас ждут. Так, пустая игра. Новая игра. Окей, давайте. Загрузочка у нас есть. Я так полагаю, диалоги там не локализированные, хотя я не знаю на самом деле. Посмотрим. Ага, ты видишь Джулию. Она примерно твоего возраста, ближе к 30. Смеется в компании хорошо одетых профессоров и аспирантов из соседнего университета. Ты, Генри, пришел выпить со своими друзьями. Ты подходишь к ней. Окей. Ты пьян. Ага. Так, какая у тебя, специализация? Ты такая красивая. А, ты красивая. Я не знаю. Давайте спросим про специализацию. Ты пьян? Мне кажется, вот это немножечко может сконфузить девушку. Как бы не стоит так сразу приставать. Не знаю. Мне бы, наверное, было не очень комфортно. Давайте спросим про специализацию. Ты еле произносишь слово специализация, и от него пахнет пивом course. Ты неловко улыбаешься. Эволюционная биология, отвечает она. И я преподаватель. Клёво, отвечаешь ты. А какая у тебя, спрашивает она, и втягивает носом воздух. Токсикология? Прекрасно. Это был подкол, спрашиваешь ты? Она говорит, что да, именно. Боясь, что задела твои чувства, она спрашивает, не хочешь ли ты разделить с ней чизбургер. О, спустя неделю вы уже вместе, какая милота. Все начинается с чизбургера, конечно. Угу. Здрасте. О, вот и мы, кстати. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Чтобы использовать объекты ЛКМ. Окей. А что это рюкзак? Взять. Давайте, конечно, возьмем. Больше ничего у нас тут нет интересного. Так, поехали. Куда идти? Я не знаю, если честно. Можно тут что-то посмотреть, обследовать, в общем-то говоря, да, вы же знаете, я это дело люблю. Что-нибудь посмотреть, пообследовать. Но я так полагаю, здесь ничего интересного нет. Давайте на всякий случай все-таки походим, посмотрим. Ну, в общем-то, да. Я думаю, что вот это наша тачка. Красная тачка, конечно. Ладно. Багажник, загрузить вещи. Ага. Спасибо за подсказки. Да. Вы встречаетесь больше года. Она сводит тебя с ума. Это здорово. Наверное. Ты приезжаешь к ней. Вы живете в квартире рядом с университетом с видом на горы. Вы пьете пиво на террасе. О, какая прелесть. Вы пьете пиво практически везде. Жизнь прекрасна. Конечно. Когда можно пить пиво с любимым человеком, жизнь прекрасна. Я согласна. Джулия хочет завести собаку. О, какая прелесть. Есть взъерошенный крошечный бигль. Джулия в него влюбилась. Она хочет брать его с собой на работу. Еще одна устрашающая немецкая овчарка с добрыми глазами. Ничего плохого не может случиться с Джулией, пока она будет гулять с этим псом. Он крутой. Вы забираете бигля и называете его Бакет. Вы забираете овчарку и называете его Мейхом. Ну, я, конечно, не знаю, в каком районе мы живем, но возле университета, я так полагаю, что не должно ничего там с ней случиться.
даже не знаю, крошечный бигль или овчарка. Давайте бигля возьмем. Бакет отличный пес, и неделю спустя вы забываете о другой собаке. Джулия его любит. Ты тоже его любишь? Ну, конечно. 1979. Вы разговариваете на террасе. Лето. Это у нас, кстати, смотрите, еще есть время, да, значит, Йеллоустонского пожара. Это нам предысторию сейчас рассказывают. Так, лето, 9:30 вечера, но жар все еще долетает со стороны пустыни. Что ты думаешь о детях? Спрашивает она. Ого. Ого, дети, они не очень умные и не намного годятся. Прекрасно. Отличный ответ. Я о том, чтобы нам завести нескольких. Пару маленьких дурачков. Это было бы здорово когда-нибудь. Зачем спешить? Знаете, как бы я ответила? Это было бы здорово, но зачем спешить? Это как бы я ответила. Но... Давайте, окей, я не знаю, это было бы здорово, пускай будет. В таком случае, наверное, надо пожениться. Да, я был бы рад, говоришь ты. У детей и так будет куча проблем. Думаю, лучше, если их родители будут состоять в браке. Ты говоришь, что она абсолютно права. Ну, наверное. Опа. Опа, а Джулии нету тут рядом. Джулия, где-то тут тебя нету. Ты никуда там в кустике не пошла? Нет. Ладно, так. Туда мы зайти не можем. Я так полагаю, да? Ну ладно. Кстати, мы не должны рюкзак забрать свой на всякий случай? Или чё? А, его тут и нету, как бы, да? Ладно. Пойдемте. Так. Так, значит, у нас тут тропа Торфея, да? Я так полагаю, что это название. Так, ну, я тут на самом деле... Ага. Ну, тут какие-то точки. Окей, каньон, значит, какой-то грозовой, что ли. Ну, ладно, мы ничего почитать не можем, я так полагаю, да? Осторожно! Ага, значит, у нас тут не совсем нас ждут. И учитесь выживать с медведями. Хорошо. Никаких фейерверков, но мы вроде как и не собирались. Ну, пойдемте, что ли. Тут у нас ничего нету. Ничего нету. Ладно. Пойдемте. Хоть и как бы не рекомендовано у нас для посещения какими-то посторонними людьми, но мы же, наверное, не посторонние. Так. Ага, недолго мы прошлись с вами. Так, вот у нас уже 80-й год, вечер четверга, и Джулия опаздывает на 4 часа. Она не звонит, волнуешься с каждой минутой, все больше сердишься. Она возвращается, когда ты уже лег. Ну, хотя бы вернулась. Она не то чтобы пьяна, но явно хорошо провела время. Вы ссоритесь, когда она ложится под одеяло. Ты злишься, ты игнорируешь ее. Давайте будем злиться. Ты называешь ее бесчувственной... вот этого вот я не хотела. Вот этого вот я не хотела говорить. Блин, ну что такое? Че ты такой грубый-то? Она говорит тебе идти нахрен и советует перестать быть таким детем. Ты называешь ее эгоисткой. Она знает, что ты говоришь всерьез, и это ее ранит. Ну, зашибись, мужик, ты, конечно. Надо было игнорировать, ребята, походу. Джулия все еще любит рисовать. Она рисует растения из своих исследований. Рисует все места, где вы бываете. Рисует тебя. Ты играешь мускулами, как He-Man. Ты резвишься, словно модель Victoria's Secret. Мне больше нравится вот этот вариант. Очень хорошо. Ну, наверное. Так. Это у нас, наверное, все-таки флешбеки какие-то. Я так полагаю, так.
Камушки, тут у нас камушки, камушки, окей. Пойдемте. Все такое красное, прям ядовитое. Не знаю, это мы уже как бы после Йеллоустонского пожара гуляем тут или еще нет. А, вышка две тропы, еще 13 километров пути. Ого, ничего себе, еще. Нам пилярить и пилярить. Провел, чтобы преодолеть препятствия. Окей. Ага. Ага. А, 82-й год. Летними вечерами ты и Джулия любите гулять с баскетом. Ой, с бакетом, я прошу прощения. В городе фестиваль, на него съезжаются люди издалека. Один из них пытается напасть на вас с ножом. А, твоя налево. Вот тут бы, конечно, овчарка нам пригодилась. Бакета пинают ногой. О, не-не-не, не надо, ребята, ну вы чего? А, биба, черт, пес, кричит Джулия. В стрессе она путается, ей трудно подбирать слова. Ты даешь отпор нападавшему. Ты отпугиваешь и даешь ему по роже. Да по роже, конечно. Ты порезал руку, но хорошенько избил этого парня. Ты не чувствуешь себя крутым. Ты плачешь, пока не приехала полиция. Джулия просит с этого дня выбирать другой путь для прогулок. Ты согласен? Тебе тоже не нравится этот путь. С тех пор вы гуляете у реки. Я надеюсь, там с собакой все окей. Планы завести детей откладываются из-за работы. Понятно. Джули предлагает работу в Йельском университете Йель, Коннектикуте, за 3000 километров. Это отличная работа, заместитель заведующего кафедры. Она хочет переехать, ты точно не хочешь. Ты убеждаешь ее не соглашаться на эту работу, ты согласен, если она будет ездить туда-обратно. Ну, как бы... Она же там будет счастлива. Как бы... Она же хочет туда. Она хочет переехать, она хочет там работать. Как бы давай, мужик, уже как-то будем компромиссы искать. Ну туда-обратно ездить тоже, конечно, неудобно. Ну ладно, давайте вот это. Ты спрашиваешь, согласна ли она ездить туда-обратно. Ты не хочешь переезжать в Коннектикут. Она говорит, что это будет тяжело, но она согласна. Ты советуешь ей не отказываться от такой возможности, если это то, чего она хочет. Она соглашается, а она летает в Боулдер 3 раза в семестр. 85-й год. Джулию отправляют домой из Йеля в оплачиваемый отпуск после того, как с ней случился эпизод. Она сорвалась на коллегу за то, что тот взял у нее книги, которые были важны для ее исследований. Она не помнила, что за 2 дня до этого сама с радостью их одолжила. Ага. Что-то с Джулией, по-моему, у нас не то происходит. Мне кажется. Ее нашли плачущей на лестнице. Ты говоришь, что вам предстоит проконсультироваться с кем-то по этому поводу. Вы варите макароны, пьете вино и стараетесь забыть об этом. Ну, нам, конечно, дано маловато поводов для беспокойства. Один из которых это то, что ей слова трудно подбирать в стрессовых ситуациях. Ну, это как бы бывает, на то они и стрессовые ситуации. А второе это то, что она не помнит, что она сделала. Ну, как бы... Тоже всякое бывает, заработался. Ладно, будем заботливым мужчиной. Давайте вот это. Вы обращаетесь к нескольким врачам. После большого количества обследований они опасаются, что у Джулии может быть ранняя деменция. Ей 41. Вы оба решаете пока держать это в секрете. Эх, мужик, не завидую я тебе. Ты у нас сидишь, да, дневник? Ну, давай возьмем. Опа! О, боже! YouTube, я надеюсь, что ты меня за это не хакнешь. Бакет стареет. Джулия отмечает, что так даже лучше. Меньше будет попадать в неприятности в доме. Неделю спустя она возвращается в университет. 87-й год. Да, Йеллоустонского пожара остается 1 год, кстати. Состояние Джулии ухудшается. Она забывает вещи по своему предмету. Ее научная работа в полном хаосе. Она уезжает на своей машине в другой город без каких-либо причин, и ее возвращает полиция. Она раздавлена. Ее отправляют домой на постоянный больничный. Все плохо.
Иногда это Джулия, которая называет тебя дубиной, а ваших новорожденных... Ой, а ваших нерожденных детей маленькими дурачками, а иногда это полный незнакомец. Она тянет тебя в кровать, чтобы заняться любовью. Через 5 минут у нее приступ паники, и кажется, что ее отец стоит у порога. Да. Ты говоришь ее семье. Они раздавлены и начинают регулярно приезжать из Австралии, чтобы навестить ее. Какое-то время твои друзья заходят с приятными мелочами, чтобы скрасить день. Ей становится хуже. 88-й год. Ты проводишь дни, следуя за Джулией по дому. Ты считаешь секунды между визитами Дэниела, медбрата, 2 раза в неделю. Он предлагает перевести Джулию куда-то еще. Куда-то, где они будут заботиться 24 часа в сутки, в интернат. Ты перевариваешь это несколько месяцев. Ты решаешь перевести ее вместо с круглосуточным медицинским наблюдением, ты намерен заботиться о ней сам. Ну, знаете, мы что, как бы, не имеем ни медицинского образования, и если вдруг что, то я не знаю, как бы, сможет ли наш Генри оказать нормальную помощь. Давайте ты намерен заботиться о ней сам, ну, как бы, потому что я не знаю, тут как бы... Наверное, он не сможет прям с ней рядом быть, а тут... Ладно, не знаю, давайте мы будем сами о ней заботиться. Так. Окей, мужик, я так понимаю, что все у тебя не очень хорошо. Я так полагаю, что в этой игре особо как бы некуда идти, да, потому что тут нам даже нет возможности перебраться куда-то. То есть тут у нас, грубо говоря, по одному пути ты идешь. Еще будем смотреть, конечно. Но пока что... Пока что такие дела. Жалко, конечно, Джулию мне. И жалко нашего мужика. Так, аккуратно, аккуратно. Давай тихонечко, правильно, никуда не спешим. Никуда не спешим, тихо двигаемся. О, красиво. Это невероятно тяжело. Хуже всего, когда ты сердишься на нее. Например, когда она сама пытается приготовить себе еду. Ты не можешь ничего делать без нее, а она не может ничего делать без тебя. Когда она идет спать, ты не ложишься еще несколько часов. Пьешь на террасе, смотришь бейсбол летом, игры университетских команд зимой. И снова пьешь. Ясно. Ты начинаешь уходить из дома после того, как положил ее спать. В первый раз ты боишься, что она встанет и начнет ходить по дому, пока тебя не будет. Ты подпираешь дверь спальни стулом, ты уверен, что он спит как камень. Ё-моё. Ай. Ну, это прям жестко. Ну, давайте... Я не знаю, как-то не хочу ее запирать в комнате, а вдруг она испугается. Хотя неизвестно, что будет, если она по дому ходить будет. Ладно, давайте вот это. Ты ходишь в один и тот же бар в тихом конце Перл-стрит. Там мило. Со временем ты рассказываешь все Шелли, бармену. Как гора с плеч. Ты возвращаешься домой и ложишься около часа ночи несколько раз в неделю. Ты ждешь этих вечеров. Однажды вечером тебя останавливает дорожная полиция. Тест показывает, что ты пьян, тебя собирают на ночь. Прекрасно. Ты думал скрыть это, но рассказываешь Сьюзен, сестре Джулии. Родители Джулии прилетают ближайшим рейсом из Австралии. Они не могут поверить, в каком состоянии находится ваш дом. Они говорят тебе, что Джулия поедет жить с ними. Ты не споришь, ты говоришь, что скоро навестишь ее. Проходит несколько недель, приближается лето, и ты видишь в газете объявление о приеме на работу. Ты соглашаешься. То есть он у нас не всегда был смотрителем на пожарной вышке, я так полагаю. Так, отлично. У нас тут был автосейв, как я посмотрю. Зайти на вышку. Это наша главная цель, я так полагаю. Ну что ж. Пошли. Поехали. Я не знаю, сюда можно зайти? Можно. А что тут? Камушки. Просто камушки. Просто лоу-поли камешки. Окей. Окей. Да. Может быть, было бы лучше, если бы мы, конечно, ее отдали специалистам. Хотя, не знаю, мне кажется, тут какого-то суперправильного выбора и нет. На самом-то деле. Так. Нам можно, кстати, смотрите, нам можно везде походить. Главное... Главное, чтобы я теперь не заблудилась. Ой, потому что
Я могу. Я могу. Это как бы лес. Опа. Спокойно. Так. Ну, я не знаю. Нас везде пускают. Это меня смущает на самом-то деле. Потому что я не знаю, как далеко мы можем зайти. Что мы там можем сделать. И есть ли там что-то вообще. Вот куда мы идем? Кто-нибудь знает, куда мы идем? Я не знаю. Тут камни. Ну, тут тупик. Окей. О боже, я сейчас ничего не вижу. А, если честно. Тут еще какая-то тропа. Ну, пошли. Пошли, все проверим. Не страшно тебе по лесу-то ночью ходить? Хотя, если он уже давно там работает, я думаю, не страшно. О, автосейв. Здравствуйте. Опа, закрытый ящик. Слушайте, а все-таки там что-то есть. Закрытый ящик. А открыть? Здравствуйте. Закрытый ящик. А как его открыть? Посмотреть там? Я не знаю. Слушайте, ничего с этим сделать нельзя? А что? А как? Ну, на этом ящике была эмблема, значит, нашей вот этой вот Firewatch. Да. Не знаю, что это значит. Если честно. Это травинка. Хорошо. Боже. Я заблудилась. Я уже точно знаю, что я заблудилась. Но, слушайте, у нас там был автосейф. Это как-то странно. Это как-то странно. Я не знаю, куда я иду. Я вообще не знаю, где я. Вышки уже давным-давно не видно. Мне кажется, ли мы здесь были? Ну все, ребята, я сейчас тут заплутаю. Буду ходить. Тут просто... Так, что здесь у нас? Что здесь у нас? Непонятно, что здесь у нас. Какая-то полянка. Слушайте, да когда-нибудь мы остановимся или нет? Мне уже страшно. Опа, огромное дерево. Ободранное дерево. Это, ну, медведи, наверное. Нам же говорили, что учитесь как бы жить с медведями. Луна, да? Луна. А, и никак нельзя на это посмотреть. Ничего нельзя с этим сделать, я не понимаю. Опа. А, это приблизить, окей. Ободранное дерево. И все? Странно. Так, здесь у нас какая-то более-менее равнина без леса. Я надеюсь, что мы сейчас не встретимся с медведем, потому что... Я не очень уверена за боевые навыки нашего Генри. Если честно. Ничего здесь нет. Боже, как далеко мы ушли. Но я надеюсь, что обратно мы вернемся. Я надеюсь, что обратно мы вернемся. Опа! Ага, вот это интересно. Что, что, что? Что, что, что? Погодите. Где это? Старое снаряжение. И что? И что? И что? А это грязный оползень обрывистый. А мы можем как-то... ой. Я нажала на компас. Так, ну, мы здесь ничего сделать не можем, я так полагаю. Старое снаряжение. Мы его не можем ни взять, ничего. Только посмотреть. Короче, пока что какой-то декор. Непонятно, что с этим делать. От слова совсем. Ладно, ребят. Давайте будем возвращаться. Потому что, я не знаю. Я вообще планировала не особо долго делать. Как бы не особо длинными сериями делать. Ну, может, по полчаса. Где-то по минут 40. Ну, так, среднее. Но учитывая то, как я тут буду сейчас плутать, то, в принципе, я так полагаю, что мы можем с вами задержаться. О, слышите? Что это такое? Где это? Откуда звуки? Какие-то звоночки. Какие-то звоночки. Интересно, что это. Но мне все-таки любопытно, можно ли тут что-то взять, подобрать или что? Ладно. Мы там уже вроде были везде или более-менее везде, поэтому давайте уже будем возвращаться как бы к башне все-таки.
Мне так кажется. А звоночки исчезли? Слушайте, ну мне ж интересно, что там за звоночки-то. Кто там звенит? Или что там у нас звенит? Почему оно больше не звенит? Расскажите. Вообще, тут интересно побродить, надо сказать. О, боги, куда я иду? И туда можно пойти, и сюда можно пойти. Ёлки. Ну ладно, ну ладно. Такая бродилка. Хотя не было указано нигде в жанре что-то бродилка. Но прям получается такая бродилка. О боже, о боже. Где? Куда я попала? Боже, мне нужен какой-то ориентир. Компас. Компас. Что мне нужно сделать? Мне нужно идти на север? Автосейв у нас опять здесь. Слушайте, это странно. Это странно. И все равно этот закрытый ящик. Ку-ку. Эх, ладно. Пошлите. Куда-нибудь уже. Так. Но вышки я по-прежнему не вижу пожарной. Это, конечно, интересно. Это очень любопытно. Куда мне идти теперь? Так. Приблизить, осмотреть. Да это я знаю, что приблизить, осмотреть. Я не знаю, куда мы сами идем. Давайте выйдем куда-нибудь где повыше. Опа! Опа-ча! Опа-ча! А что это у нас тут? Ой. Вы слышали это? Что это такое? Что это такое? Так, а мы стоп, а мы куда вышли? Я запуталась. Подождите, я запуталась. А можно нам сюда спуститься? Не, вот сюда нельзя спуститься. Окей, я вас понял. Я вас понял. Хорошо, хорошо. Ох, ребята. Конечно, этот смотритель пожарной вышки из меня такой себе. Я просто представляю, если бы я реально устроилась на работу. Хотя, меня как-то учили пользоваться компасом, знаете. Как-то раз. Что это, скворечник? Ага. Окей. Хорошо. Вот этого мы не видели еще с вами. Это радует. Как-то раз я ездила в лагерь. Это был первый и единственный раз в моей жизни, когда я ездила в лагерь. Но, учитывая то, что я ездила туда как участник олимпиады по географии, то... О, вот она, наша вышка! Еее! Слушайте, круто-круто. В общем-то, учитывая то, что я ездила туда как участник олимпиады, то у нас это был не совсем обычный лагерь. Пока обычные, ну, скажем так, остальные все дети развлекались, там, в общем-то, занимались какими-то лагерными мероприятиями, все вот эти вот дела, то... Я вместе еще с несколькими ребятами, я посещала, каждый день у нас были пары по географии, к нам приезжали реально преподаватели из университета, нам на тот момент было по 13-14 лет, и у нас были пары, но, в общем-то, надо признать, что это было круто, и мне правда нравилось, это было интересно. Конечно, это было сложно, с непривычки вот так вот, знаете, полноценные пары, да еще и по географии, по какой-то геологии. Опа, здравствуйте, что это такое у нас? Это, подождите, туалет. А, туалет, деревянный знак. Опа, а зачем он нам нужен? Ребята, смотрите, у нас есть генератор, и что? Генератор. Генератор мы взять не можем. Давайте возьмем с собой этого чувака. Вместе веселее. Вот. И иногда на этих парах по географии мы выходили... генератор. Окей. Мы выходили в лес. И там занимались всякими исследованиями. Изучали почву. Вот прям вот на самой-самой настоящей лесной почве. И там нас учили пользоваться компасом. Я помню, это было интересно. Но сейчас, естественно, прошло уже больше 6 лет. Я, соответственно, уже ни черта не помню. Абсолютно. Что там и как. Но вот это вот, знаете, если что, всегда иди на север. Или ищи мох. Вот это... Вот это я помню. Вот это да.
Слушай, ну тут еще одна полянка. Боже мой, да куда ж тут? Тут можно зайти куда угодно. Просто куда угодно. Не переживайте, ребят, я обязательно вернусь за тем чуваком деревянным. Он мне понравился. Он мне очень понравился. Я хочу его забрать с собой. Но сначала мы здесь быстренько посмотрим, что у нас тут имеется. Если ничего, то сейчас пойдем обратно. Кстати, по-моему, у нас можно бегать, да? Да, я переключилась на бег. Я думаю, что так будет намного быстрее. Так. Давай, мужик, беги! Беги! Что у нас тут, мне кажется, или там что-то есть? Автосейв. Окей. Что это тут у нас такое? Ничего не понятно. Очередная локация с автосейвом, в которой ни черта не понятно. Куда она ведет? Зачем она ведет? Боже мой. Ага. Ага. О, кстати, мы тут не были. Тут у нас какая-то. И там, смотрите, ящик. Во, видите? Вот этот вот. А мы можем как-то. Опа! Мы по водичке можем походить. Прикольно. Так. Тут у нас все закрыто, как всегда, ничего нет. Боже мой, сколько тут ходить, не переходить вообще. А как так? А как так? И знаете, что самое как бы непонятное? Надо оно нам или нет? Вот это вот ходить везде. Ну ладно, хотя бы локации разные, и это довольно любопытно. Давайте все-таки вернемся, заберем нашего чувака. Вот, деревянного того. Мне он, как я уже сказала, мне он очень понравился. Так, я надеюсь, что мы не заблудились. Эть! Опа! Куда? Куда? Подождите. Так. Ага. Я заблудилась, что ли? Подождите, подождите. А где? А где? А где башня? Я опять потеряла башню, боже мой. Ой. Ребят, я извиняюсь, конечно, за свои тормоза несусветнейшие. Вот, мы кажется, добрались, да? Вот она, наша вышка. Жалко, что ее не отовсюду видно. Она бы служила хорошим ориентиром, но нет. Видите, стоит куда-то более-менее далековато забраться, и все. Так, парень, а где? О, вот он. Пошли. Пошли с нами осмотреть. Осмотреть. И что? И что дальше? Ну, я вижу, парень с лопатой улыбается ему. Ему хорошо, он доволен жизнью. Ну, хотя бы кто-то в этой игре доволен жизнью. Хотя бы у кого-то все хорошо. Так, ну, пошлите на вышку. Пойдем. Пойдем, брат. Мы тебе чаем напоим. Перепрыгнуть. Ага, а зачем мы это сделали? Расскажите мне, пожалуйста. О, что? Что? Стоп, стоп. Где это? Так. Цистерна, цистерна. Подождите. Ой. Так, стоп, 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 стоп. Я сейчас тут еще в клавишах позапутываюсь. А где? А где цистерна? Боже, ничего не вижу. Так, братан, ты где? Вот ты где. Окей. Пойдем, короче. Ну, перепрыгнуть. Что не так? Что не так? Перепрыгнуть. О, супер. Так, ну что, пойдем. Пойдем на вышечку. Вот, отлично. Хорошо, что тут есть перила. Потому что с тем, как я умею управлять в таких играх, с непривычки я бы свалилась это 100%. Вот, просто гарантирую вам. Так. Тут все видно. Смотрите, какие у нас угодья красивые. Красивые угодья. Кстати, мы так и не нашли источник тех звуков, помните, звоночков. Но мне же теперь любопытно. Мне же теперь любопытно. А сюда зайти можно? Сюда зайти можно. А тут есть что-нибудь? Вернуть? А! О! Ничего себе, слушайте, а я ж просто так сюда пошла. Вообще наобум. Прикольно.
Прикольно. Так, тут у нас что-то такое. Ладно, давайте назад возвращаться. А тут ты бегать не можешь, да? Эх, жалко. Ну, в общем-то, медведей мы не нашли. Ничего пока что такого не нашли. Ну, слушайте, красиво, мне нравится. Вроде вот простая графика, да? Но как бы красиво. Хорошо, включить свет. Опа. Кнопка генератора. Использовать. Ты-дыц. О, да будет свет. Здравствуйте. Так. О, здравствуйте, Делайла. Так. Стоп. Рация. Вот она, наша рация. Окей. Да. Рация. Вот она. Связаться с боссом по рации. Окей. Ответ. Держите левый shift, чтобы активировать рацию. Левый shift? Это вот это? Прием. Прием. Нажмите, чтобы выбрать реплику. Вот это? Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Ага. Yeah. I'm Delilah. Приятно. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? Действительно. People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Так, левый shift. Ты убила троих бывших мужей, ты бунтуешь против мамы, дома тебя никто не выносит. Ага, и мы можем выбрать какую-то из реплик, да? Ой. Подождите, я же не хотела. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to the job. Прекрасно.